Коллектив ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя составит первую монографию, которая охватывает историю Крыма от древних времен до современности, сообщила председатель законодательного собрания Севастополя, историк Екатерина Алтабаева, передает ТАСС. Политик, которая стала одним из инициаторов проекта, отметила, что трехтомник по этой теме могут презентовать осенью 2020 года. Он будет посвящен истории юго-запада Крымского полуострова, поскольку именно в этой части в 18 веке основан Севастополь. По словам Алтабаевой, монография начнется периодом античности и завершится событиями весны 2014 года, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией. Она также отметила, что лучше всего освещены периоды обороны Севастополя во время Крымской и Великой Отечественной войн, но мало изученными остаются многие периоды мирной жизни города, например, как его восстанавливали после войны в 19 веке. Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Город находился в длительной осаде во время Крымской войны, а после ее завершения России было запрещено иметь флот на Черном море. К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота. Авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. Официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Город был освобожден 9 мая 1944 года. После войны Севастополю присвоено звание «Город-герой».